Доброго времени суток, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Серафим, и я рад вас приветствовать на игровом канале Stories and Games. Сегодня мы продолжаем с вами играть в Company of Heroes и проходить кампанию «Высадка в Нормандии». Это вторая часть второй серии про Вьервиль. Мы закончили, пройдя половину карты. Что ж, пришло время завершить задание. Итак, где у нас находятся все части? Орудия. Пускай они охраняют периметр. Бойцы. Идите вот сюда. Давайте. Так. Вы тут закончили работу? Закончили, отлично. Тоже давайте сюда. Вверху у нас находится пару складов с боеприпасами, что не может не радовать, мы их обязательно захватим, но думаю, после того, как завладеем этой стратегической точкой. Так что, орудия, пускай они располагаются вот здесь, так они будут обстреливать всю возможную площадь, а бойцов мы сейчас объединим. Так, вы будете номером 2. Пошли. Так. Давайте. Пошли, пошли, пошли. У них миномет. Быстро, быстро, давайте. Огонь. Гранату. Отлично, молодцы парни. Так и надо действовать. Если бы они успели воспользоваться минометом, возможно, кто-то из вас уже бы отправился на небеса. Ну что, какая у нас самая недоукомплектованная отделение? Вот вы, возьмите миномет. Так, ну что ж, теперь вы можете вполне открыть огонь по кому надо. Давайте. Работайте, работайте. Отлично. Откройте огонь по этим фрицам. Они даже и не поймут, я думаю. Хотя, через лес мы стрелять, как я понимаю, не можем. Стойте. Расположитесь тут. Какие у нас координаты? Орудие. Подкатите к взорванному самолету. Займите позиции. Так, пускай одно орудие займет тут. Второе тут. Давайте по-быстрому. Десантники, захватите стратегическую точку. Так, вы назад. Назад, быстро, быстро. Так, давайте бегом. Пошли. Гранату в центр. Работайте, работайте. Отлично, молодцы. Так, кто у нас тут? Пулемет. Так, держитесь, держитесь. Отделение. В бой. Так, вы побежали. Давайте, 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 давайте. Гранату. Ну же. Молодец. Держись! Черт, потеряли! Отходи, отходи! Зараза! Ну же! К бою! Мощность снимает, зараза! Динамит в центр! Отходим, отходим! Бегом! Давайте. Молодцы. Пускай мы и потеряли эти отряды. Но мы не все тут оставили. Так, давайте. Гранату по ним. Так.
Давайте, работаем, работаем. Поехали. Быстро, быстро, быстро. Гранату. Молодец. Занимаем позицию. Так, зараза. Давай, давай, отходите. Отходите. Так, что это у нас тут? Миномет? Возьмите. Нам он потребуется. Так, давай. Открыть огонь. Работаем. Нам нужно уничтожить эту точку. Хорошо. Отлично. Молодцы. Уходим. Подкрепление готово к парашютной высадке. Орлы в ногу. Так, давайте. Подкрепление на подходе. Вызывайте десант. Стройте наблюдательный пункт. Надо тут нам закрепиться как следует. Давайте, давайте. Так, по кому там стреляют-то? Строительство закончено. О, молодцы. Так, 24. Очень даже неплохо. Вы, идем дальше. Возьмите орудие. Давайте, давайте, бегом. Нет времени ждать. Так. Враг обнаружен. Вперед. Быстро, быстро, быстро. Гранату в центр. Отступаем. Отлично. Так, тут у нас никого не осталось. Хорошая новость. Идите, захватывайте. Какие у нас координаты? Так, где противник? Противник сзади окопался. Парни, есть новая миссия. Вперед. Смотрите за фрицами. Нам нужны безопасные тылы. Смотри, как идет. Так, давайте, давайте. Ну же. Смотрите за фрицами. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Давайте. Динамит. Отходим, отходим, быстро, быстро, быстро. Великолепно. Сектор дороги захвачен, остался один. Хорошая новость, парни. Осталось всего ничего, расположите орудие тут. Так, где наши бойцы? Так. Поехали. Возьмите этот пулемет. Так. А, как я понимаю, теперь ты двигаться сможешь. Все. Это главное. Возвращаемся. Так, вы. Пошли, пошли, ближе. Ближе идите. Докладывайте динамит. Уходим. Уходим, уходим. Отлично. Давайте. Работайте. Ну давай же. Парни, поторопитесь. Ваших прижимают. Вперед. Быстро, быстро, быстро. Так, давайте. Все, за дело. Так, ну наконец-то, подошли.
Отлично. Так, вы. С подкреплением уже в пути. Возвращайтесь. Вперед, орлы. Итак, что мы имеем? Полностью захваченную точку, но тем не менее блокпоста мы пока тут еще не сделали. Надо срочно исправлять недоразумение. Пулемет, разверните на дороге. Так, вы. Стройте тут укрепление. Поехали. Так, давайте, давайте. Интересно, по кому они стреляют-то? Цели-то поблизости-то и нету. Возможно, посюда. Было бы неплохо. Миномет. Открыть бомбардировку 81-ми. Поехали. Так, давайте. Надежда на вас, парни. Ждем. Занимайте. Итак, смотрим. Если все пойдет нормально, мы уничтожим их даже на расстоянии. Так. Неплохо. Работаем, работаем. Вот это я понимаю. Так мы даже сохраним обычные. Всего две. Справимся с легкостью. Так, миномет. Передвиньте его в центр. Так, вы, докомплектуйтесь. Так, что у нас тут? Сейчас, возможно, сюда пойдут как раз те войска. Ага, вот они и стоят тут. Что ж, неплохо. Этих мы уже возьмем на себя. Поехали. Так, давайте, давайте. Пошли. Кидайте сюда динамит. Ждем. Так. Отходим, отходим, отходим. Отлично. Возвращаемся. Давайте же. Так. Подойдите же ближе. Ну же. Работаем, работаем. Так. Отлично. Пулемет, к бою. Держим, держим позицию, парни. Отлично, молодцы. Мы сейчас же полностью укомплектуем подразделение. Захватывайте. Что ж, еще одна точка целевая наша. Так, что у нас тут на дороге? На дороге пока все спокойно, как ни странно. Так, в принципе, можем открыть огонь по следующей части. Приблизительно здесь находятся следующие части противника. Так что можно начать обстрел. Поехали. А потом мы узнаем, насколько это было продуктивно. Странно, что не показывается, что за ней кто-то есть. Что ж, посмотрим, посмотрим. Так, вы. Ставьте наблюдательный пункт. Все, пожалуй, это будет предпоследний наблюдательный пункт, который мы поставим. Дальше мы упадем своими силами. Больше нам не потребуется никаких боеприпасов. Этого должно вполне хватить. Так что давайте, заканчиваем. Мы закончили строительство.
Все, идем, идем. Разворачиваемся. Тут, возможно, есть еще силы противника. Пошли. Я ненавижу стоять на месте. Так, давайте. Скажешь, захватываем. Это пулеметный расчет. Не поднимать головы! Отходим! Ну и отлично. Тут, как ни странно, мы даже не встретили сил противника. Добрый знак. Ну же. Давай. Все, ну наконец-то. Поехали. Что ж, парни. Последний путь. Так. Вот и противник. Поехали. Быстро, быстро, быстро. Сюда. Динамит. Кидай. Отходим. Так, давайте. Работаем. Работаем, работаем, парни. Не стойте. Вражеское подразделение уничтожено. Отлично. Эти бойцы еще вернутся. Все, можем отсюда уходить. Во время ходьбы всем смотреть вперед. Пошли, пошли. Пора сменить позицию. Так, перед нами еще море целей. Но, тем не менее, главный из нас, из них, это уничтожение еще одной зенитки. Так, захватить дорогу, уничтожить все зенитные орудия. Ну что ж, этим мы и займемся с вами. Минометный расчет. К бою готовы. Это пулеметный. Так, расчет. Это пулеметный. Это пулеметный расчет. Где же у нас находится? Вот он. Отлично. Что ж, продвигайтесь, чтобы можно было открыть огонь. Так, понятно, значит, настолько надо пройти. Вперед. Пошли. Время пришло. Так, возвращайтесь. Быстро, быстро, быстро располагайтесь. Давайте. Гранату в центр. Работаем. Хорошо. Давайте. Так, где у нас тут не хватает-то бойцов? Все, кажется. Сделали все как надо. Где расчет? Вперед, вперед, давайте. Пошли. У них тоже есть минометный расчет. Он как раз стреляет по нашим позициям. Давайте, давайте. Вперед. Так. Ну, бывает и такое. Что ж. У нас нет другого варианта. Восстанавливаем силы и идем к последней цели. Подкрепление готово к парашютной высадке. Так. Все. Пошли. Так, давайте, давайте. Быстро, пошли. Давайте же, успейте, успейте кинуть. Так, ну вы. Работайте. Вы тоже. Быстро, быстро, быстро. Так, вы сюда. Вы, гранату. В центр. Давайте. Работаем. Отлично, молодцы. Так. Великолепно. Ну же. Динамит.
Так, давайте. Еще одно подразделение. Цель уничтожена. Нам нужна поддержка. Осталось совсем мало сил. Ну ничего. Переместите пулемет сюда. На дорогу. Так, вы. Поехали, поехали. Быстро, быстро, быстро. Ждем, ждем результатов. Давайте. Молодец. 3, 2, 1. Так, давай. Отлично. Браво, браво, парни. Ничего не сказать. Так, тут еще одно отделение вражеское. Вперед! Работаем, работаем. Так, гранату не кинуть. Да что ж такое-то, отходите. Гранату в центр. Что с вами такое-то? Кидайте гранату. Эх, мы потеряли еще один взвод. Так, давай. Вперед, вперед, кидай. Докладываю о боевых потерях. Не получилось. Мне нужны патроны. Серьезное место. Так, давайте. Продвигаемся вперед. Фух, вызываем десант. Подразделение уничтожено. Орудие. В бой по зенитке. Так, так, ждем. Ждем результатов. Ну же. Давайте, располагайтесь. Пулеметный расчет. Заканчивайте все и пошли. Так. Отлично, дело пошло. Это, наверное, главное. Все, пошли. Пулемет МК-2. Тоже пулемет. Так, убейте его. Ну же, давай. Убейте его. Отлично, молодцы. Все, идем к цели. Давай, 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 давай. Динамит. Работаем. Так. Ждем. Все зенитные орудия уничтожены. Все зоны десантирования. Займите. Открыты. Так, ну хотя бы с одной задачей мы с вами справились. Прибывает с запада. С запада? Вот тогда. Ну-ка, работаем, работаем. Вас понял. Так, занимайте. Давайте, давайте, давайте. Подкрепление. Динамит. В бой. Кинули. Пошли дальше. Работайте. Так, браво. Пошли. Давайте, давайте. Что у нас тут? Ну же, осталось всего двое. Фух. Все. Подберите оружие. Так, дальше. Все, сворачиваемся. Идем к последней стратегической точке. Работаем. Располагайтесь. Так, вы. Оставьте оружие. Иди сюда.
Идет подкрепление в подразделение пехоты. Подтверждаю. Так. Ты у нас будешь разведчиком. Давай, давай, вперед. Где наши пулеметы? Первый, второй. Все. Так, давай. Противника нету. Захватывай. Ну же. Отлично. Кажется, его поблизости нету. Что ж, продвигаемся. Не поднимать головы. Отходим. Так, вы сюда же. Десантники вперед. Ждем. Захват этой точки принесет нам победу. Десант докладывает о прибытии. Хорошая работа. Дорога взята. Конвой 91-й гренадерской дивизии перемещается по этой дороге. Нам нужно остановить их. Разведка доложила, что конвой уже неподалеку, поэтому у нас мало времени. Используйте бункер и зенитки, чтобы устроить засаду и уничтожить конвой. Установите мины и заграждения, чтобы остановить немцев там, где нам необходимо. Хорошо. Наши ребята скоро высадятся на берег, и им нужно, чтобы эта дорога была чиста. Хорошо, лейтенант. Вы слышали? Нужно занять позиции сделано. Вдоль дороги. Так, пошли, пошли, быстро, быстро, быстро. Кто-нибудь, идите к зенитному орудию. Так, вы сюда. Вы, займите оружие. Орудию по местам. Вы же. Начинайте возведение. Строить мои мин. Дислокации. Так, поехали, поехали. Фрицы заждались. Так. Строите баррикады. Нам нельзя, чтобы они прорвались. Так, давайте же. Работаем. Так, пулеметы. Ставьте как следует оружие. Нам это все это очень потребуется. Так, ты здесь. Давай. Много работы. Очень много работы. Так, вы сюда. Обеспечьте защиту пулемета. Давай уже заканчиваем. Так, как у вас тут дела обстоят? В порядке? Хорошо. Главное не останавливаться. Так. Слишком тихо. Сейчас уже будет все. Перегораживайте дальше. Мы закончим. Давай уже заканчиваем. Так, вы сюда, возвращайтесь. Так, тут разложите парочку. Ну же, работайте. Отлично. Транспорт приближается. Так, заложили? Так, все, осталось пару минут. И ждите моей команды. Быстро, 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 быстро. Приказ понят. В бункер, давайте. Работайте, работайте. Так, давайте. Пока все идет очень хорошо. Быстро, быстро, быстро. Держим. Хорошо. Они попали под перекрестный огонь. То, что надо. Так, давайте. Ну же. Отлично.
Не дать им встать! Прижмите их огнем! Великолепно! Так, осталась последняя машина. Ну же! Так, давайте, работаем, работаем! Машина в сторону ушла. Так. Давайте. Ну же! Что ж, зенитка не стреляет? Далеко, что ли? Ну-ка, давайте. Шевелитесь! Вот это мне нравится. Вот это называется войной. Так, давайте же. Не дайте поднять им голову. Медицинская машина. Уничтожьте ее. Так. Одни проехали. Одни проехали. Быстро, быстро, быстро. Высаживайтесь. Ну же. Так, давайте, давайте. Давайте, парни. Фрицы заждались. Понял. Фрицы ведут по нам прицельный огонь. Так, пошли. Работаем. Так, что у нас тут? Зараза, слишком плотно. Тут противника нету. Идем дальше. Так, давайте, давайте. Отлично. Бойцы, давайте вдохновим вас. Сейчас это вам потребуется. Работайте. Хоть миссия и выполнена. Дорога в Йервиль, Сен-Кам-Дюмон, 3.02, 6 июня, день Д. Дорога очищена отсюда и до побережья Амаха. Надеюсь, рота Эйбл оценит все, что мы для них сделали, сэр. Они оценят, сержант Корота. Они оценят. Так, миссия выполнена. Все основные и побочные цели тоже выполнены. Нашивка парашютиста. Что ж, надеюсь, вам понравилась эта серия, дорогие подписчики. В следующий раз пройдем или начнем следующую. Надеюсь, вам все понравилось. С вами был Серафим. Всего доброго.